Медицинские учреждения области продолжают осваивать информационные технологии. Детская поликлиника города Новотроицка, открывшаяся после ремонта в начале текущего года, подключилась к программе «Электронная регистратура». Теперь запись на прием к врачу доступна через интернет. Подробности далее. Детская поликлиника в Новотроицке единственная. Она обслуживает 18 тысяч юных жителей. В январе учреждение переехало в новое здание. Это позволило значительно расширить возможности оказания амбулаторной помощи детям. Такой набор помещений вообще, который действительно сложно подобрать и выделить в каком-то приспособленном помещении, просто чисто физически. Вот, а здесь вот это удалось и это сделать. Вот, то есть кардинально изменилось. Плюс теперь есть возможность для внедрения информационных технологий. Поликлиника подключилась к программе «Электронная регистратура». Все рабочие места педиатров и узких специалистов компьютеризированы. Дети города внесены в единую базу данных. Родители сами, не выходя из дома, по интернету могут выбрать дату и время посещения больницы. Для этого достаточно зайти на сайт детской поликлиники и записаться на прием. Процедура несложная и система оформления пошаговая. Также имеется интернет-связь со специалистами областной детской клинической больницы. Записать к ним своих маленьких пациентов на консультацию новотроицкие врачи могут с помощью программы «Диспетчерский центр». Мы сами, как участковые врачи, неврологи, вот аллерголог у нас, мы записываем также на прием. То есть они приезжают уже к определенному времени, никакой очереди, никакой давки, ничего абсолютно. То есть часы приема прям конкретно расписаны, к определенному времени люди приезжают и обслуживаются. Внедрение в детской поликлинике электронной записи на прием к врачу позволило упорядочить потоки пациентов и практически ликвидировать очереди. Разрешать сложные ситуации у регистратуры помогает и видеонаблюдение. Все, что происходит, записывается и контролируется администрацией. Такие же информационные технологии уже в ближайшее время будут внедрены во всех больницах Новотроицка. В качестве спонсоров к этой работе подключились предприятия города. Уральская сталь в этом году выделяет 90 миллионов рублей на поддержку здравоохранения города Новотроицка. Одним из направлений, в которой является закупка оргтехники для первичного звена новотроицких учреждений здравоохранения. Мы закупили 100 компьютеров, которые в настоящий момент поступили в лечебное учреждение. В детской поликлинике дорожат мнением посетителей. Тем, кто приходит к врачам, предлагается заполнить анкеты и оценить работу персонала. Жители с удовольствием подключились к этому делу. Еженедельно в ящик поступает до 400 анкет с оценками. 80% из них – это пятерки.